Obrigado, buonasera a tutti. Continua anche questa sera il Festival Nice, presentando, come abbiamo già detto, dei registi scelti per il loro talento alla loro prima opera. И также сегодня вечером продолжается фестиваль Nice, на котором представляются произведения режиссеров, которые делают свои дебютные или самые начальные шаги. E questa sera abbiamo il film di Marco Pontecorvo. Сегодня мы посмотрим фильм Марко Понтекорво. Tempo instabile con probabili schiarite. Неустойчивая погода, хотя по-итальянски немножко длиннее звучит, неустойчивая погода с прояснениями. Io non vi dirò il significato del film, cioè, del titolo lo capirete voi vedendo il film. Мы не будем вам объяснять, в чем смысл, да, вот этого заголовка, да, вы поймете это, когда посмотрите фильм. Ma prima del parlare del film vorrei presentarvi il direttore del festival. Прежде, перед началом фильма, я хотела представить вам директора фестиваля. Che da ieri sta qui con noi ed è Viviana Del Bianco. Которая с вчерашнего дня приехала сюда, Viviana Del Bianco. Buonasera, come al solito io ringrazio una persona che ha fatto per tanti anni il mio direttore esecutivo del NICE. Grazie Maria, grazie Santini, che porta un saluto particolare, forse non nel pubblico di Rodina, forse voi non la conoscete, però per tanti anni è stata a San Pietroburgo e io arrivo sempre all'ultimo minuto. Я рада приветствовать вас здесь, я рада, что я приехала, несмотря на то, что я приехала немного поздно, не на самое начало фестиваля, и передаю всем зрителям, кто традиционно приходит на наш фестиваль, также привет от Марии Грации Сантини, которая была исполнительным директором Найса и приезжала каждый год сюда. Найс – это ассоциация культурная, которая занимается новым кино итальяном в Эстерии. Найс – это культурная ассоциация, которая занимается продвижением итальянского кино за границей. Stiamo venendo da Mosca. Мы приехали в Санкт-Петербург из Москвы. Il festival ha avuto molto successo di pubblico e proseguiremo per Novosibirsk dal 21 al 25 di aprile. В Москве фестиваль прошел с большим успехом, было очень много зрителей, и далее фестиваль отправляется в Новосибирск. Sono 19 anni che il festival Nice è in Russia. Фестиваль проводится в России уже 19 лет. E 25 anni negli Stati Uniti. И 25 лет, если считать США. Infatti Matteo Garrone è stato il suo primo film, il primo amore che ha portato Nice. Matteo Garrone, на этом фестивале была посвящена ему ретроспектива, показал свой первый фильм, первая любовь, именно на Nice. Tutto questo è possibile sia al Ministero dei Beni e Attività Culturali italiano e al Ministero Affari Esteri, agli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e di San Pietroburgo. Фестиваль живет благодаря усилиям как Министерства культуры Италии, Министерства иностранных дел, Итальянским институтом культуры. Ma non voglio dimenticare gli sponsor ufficiali del NICE, sponsor ufficiale che è l'Indigo, Hotel Indigo. Не хотела бы забывать также о наших спонсорах, это отель Индиго. E l'Alitalia di Mosca e di San Pietroburgo. И Alitalia. Vorrei che tu dicessi qualcosa sull'Alitalia. Относительно Алиталии хотели вам сказать, что сейчас действует скидка 20%, которую вы можете там найти, да, на сайте Алиталии или на сайте Найса, да, сайт alitalia.com или nice.org. Okay. Mi fa piacere essere l'Aurora, anche se c'è un po' di nostalgia del Rodina, però è una sala nuova che mi piacerebbe aumentasse sempre di più di pubblico e vedo che arrivano in continuazione. Я очень рада, что в этом году фестиваль проходит в кинотеатре «Аврора», хотя я уже привыкла, что, как правило, традиционно мы проводим фестиваль в киноцентре «Родина», но в этом году мы поменяли кинотеатр и видим, что здесь тоже очень хорошая публика. E vi porto un saluto particolare di Marco Pontecorvo, che a New York, che sta girando con John Turturro il nuovo film. Относительно фильма, который будет показан сейчас, я передаю вам также приветствие от Марко Пантекорво, который сейчас в Нью-Йорке и снимает еще одно кино. Chiudo, se no vi annoio. И все, больше, наверное, ничего не буду говорить, чтобы не додоедать. E passo la porta. Allora, voglio presentare da quest'anno il nuovo direttore esecutivo del NICE a San Pietroburgo è Alberto Di Mauro. И сейчас передам слово Альберто Ди Мауро, это новый исполнительный директор NICE в Санкт-Петербурге. Quindi lui seguirà tutto il festival e io arriverò a chiudere.
и он следовал за фестивалем каждый день, а я приезжаю только к закрытию, как правило. Спасибо, grazie. Bene, così già sapete quello che succederà anche l'anno scorso, quindi. Allora, ritorniamo al film. Allora, il film è genere commedia, però il fatto che sia una commedia, cioè una commedia è sempre un tono molto leggero, non ci deve ingannare, perché dietro la commedia spesso è un modo soltanto per raccontare delle difficoltà, delle tragedie, delle crisi. Говоря немного слов о фильме, да, то, в общем-то, жанр – комедия. Хотя, как вы знаете, очень часто комедия – такой легкий жанр, но его используют для того, чтобы рассказать о каких-то сложных моментах, трудностях, кризисе. Infatti, nel film vedrete che un accadimento improvviso, come la scoperta per caso di un pozzo di petrolio, fa da detonatore per una serie di problemi che vengono alla luce. И в этом фильме вы увидите, как некоторые такие неожиданные события, как неожиданное открытие скважины нефтяной, приведет к еще другим серии неожиданных решений. Attraverso quindi la storia vediamo emergere i problemi di un'Italia alla presa con la crisi economica. И так перед нами предстанет ситуация в Италии, которая находится в экономическом кризисе. Vediamo affiorare i problemi ambientalisti di una civiltà che si afferma ma che tende a distruggere l'ambiente in cui ci troviamo. Также будут затронуты проблемы окружающей среды, потому что мы живем в обществе, которое все совершенствуется, но тем не менее разрушает окружающую среду. Vediamo emergere problemi di moralità e di rapporti di amicizia che vengono inquinati dagli interessi personali e economici. Также будет поднят вопрос дружбы, да, и возможности там совмещения дружбы и экономических интересов. Vediamo soprattutto emergere dei problemi di differenze generazionali, un abisso tra due differenti generazioni. А также затронут конфликт поколений, да, и пропасти, которые существуют между поколениями. L'uso, vedrete, ci sarà, vedrete l'utilizzo del manga, del fumetto giapponese, è una metafora per far vedere, per far esplodere questo conflitto tra il padre e il figlio, dove c'è un abisso ormai tra le due generazioni. Questi ovviamente sono degli spunti, ovviamente voi vedrete tante altre cose e quindi vi auguro una buona visione e grazie. Надеюсь, что вы увидите другие интересные моменты в этом фильме. Приятного просмотра. Спасибо. Grazie.